является сердцем общества. Тош пытался построить гигантскую пушку, которая могла бы сравнять с землей целый город. Тоже с этих складов поступает. Вот, боеприпасы для молота Дожа. Их надо уничтожить. Сюда бы несколько механических подрывников, им можно было бы разнести на части всю эту петрушку вместе с гарнизоном. Thank you.
Защищайте мост! Отходите под защиту молота! Ну и монстры! Они пожертвовали собственными людьми, чтобы удержать мост. Какая же эта штука огромная!
Левиафан выведен из строя. Держу пари, что смогу починить эту штуковину, и она еще поработает. Хоть какое-то время. Сухопутный Левиафан снова на ходу. Хотя, честно говоря, он еле держится. Подтягивает подкрепление. Пусть они почувствуют на себе удары собственного молота.
Великий город Винучи пал. Столица Дожа наша. Thank you.
Как бы я хотел, чтобы он увидел это. Петруцци? Тош! Где он сейчас? Где его армия? Ребенок мог бы выиграть эту битву. Милорд, генерал Карлини просит вас немедленно явиться к нему. Ищите, капрал. Обыскать каждый дом, каждую комнату, каждый угол. Без Дожа Винуччи я отсюда не уйду. Yes, сэр. Похоже на следы молота Дожа. Так и есть. Но ведь он же у нас. Когда же? Он сделал их несколько. Мы взяли подсадную утку. А настоящий сейчас идет на восток. Он заманил нас в ловушку, Джакомо. Не поздно, нужно добраться до Мианы. Мы освободили Винуччи и сокрушили военную машину Дожа. За это народ Винуччи будет навеки нам благодарен. Однако похоже, что Дож и не собирался выигрывать эту схватку. Часть его армии захватила наиболее мощный молот и выдвинулась к Миане. Чтобы успеть, мы выступили к Миане так быстро, как только возможно. Но я опасаюсь, что уже поздно. Мы освободили Винуччи, но Дож обманул нас. Его войско, захватив молот, отправилась на восток. Когда мы раскрыли его уловку, было уже слишком поздно. Дож совершил марш-бросок до Мианы и сравнял ее с землей. Мой народ не смог устоять против молота, и отряды Дожа не знали пощады. После этого Дож по какой-то необъяснимой причине повел войска дальше на восток, в пустыне Алинов. Предмет его поисков остается вне моего понимания, но мы будем его преследовать. Единственная надежда догнать его, отделиться от основных наших сил. Я был глупцом, когда думал, что время, проведенное среди Алинов в юности, позволит мне дойти до Азар-Харифа без обычных сборов. Но ползучие пески изменили дороги, и это место оказалось мне незнакомым. Я боюсь, что мы заблудились. Жара утомляет отряды, а пыль истирает шестеренки машин. Мы должны как можно быстрее добраться до Азар-Харифа или хотя бы какого-нибудь убежища. Переход через пустыню не прошел даром ни для людей, ни для техники. Мы оказались не готовы к таким испытаниям. После долгого перехода солдаты устали, но их преданность и мощь остаются неизменными. Но жара стоит ужасная, а песок повреждает технику. Механические воины могут поднимать валуны и отклонять мушкетные залпы. Но если в механизм попадет горсть песка, они рассыпаются на части. Без укрытия мы долго не продержимся. Азар-Хариф, наверное, уже близко. Надо добраться туда как можно скорее. Мы встретили мистика. Возможно, он сможет нам помочь. Он предлагает провести нас через пустыню. Я ему не доверяю, но выбора у нас нет. Придется с ним договариваться или идти через пустыню вслепую. Вот и началась таким образом кампания за Алинов у нас.
Так. Ну и попозже можно будет продолжить.